Говорю маме, выхожу на улицу, говорю, снимай клубничку, говорю, покажешь у себя в блоге. Мама, не, она тут эти вот пряники наминает. Вместо того, чтобы клубнику снимать, посмотрите, какая клубника. Я вам сейчас одну достану, покажу. А что одну? Ну, тут самая большая, самая крутая. Смотрите, какая клубника. Это двойняшки. Это десятерняшки. Вообще. Вороны опять, вороны нападают. Мама, хорош хомкать эти пряники. А я, чё, я завтра на пробежку пойду. Какую пробежку? До куда? До куда? До холодильника. Нет, дальше. Посмотрите, что она ест. Пряники. Пряники, при том, чтобы вы понимали этими вот тазиками. Да, конечно. Черешню нашу с откуда-то, то ли с Мелитополя, то ли с Херсона стырили. Представляешь, вот эти фермеры, которые там выращивают эти деревья, у них весь урожай потырили и забрали к себе. Вывезли, вывезли, да. Пидорасы. Вот, буквально вот, вывезли и ее представляют как свою. Это вообще, мало им хлеба, мало им зерна, то, что они у нас забрали. Снимаем этот вот, какой момент? Эпический. Какой, блядь, момент снимаем? Не эпический, а как? Эпический. Короче, Мейн-кун выиграл какие-то 5 книг. Прибежал такой, ебать, никто не поверит. Мейн-кун, иди сюда, покажи. Покажи, бы не поверят. Уже нема. Уже нема. Ну покажи, что там. По 3,75, 4,700. 4,700 выиграл? Ура! Мейн-кун, покажи. Да что я тебе покажу? Ну выиграл или нет? Баланс, вон, смотри. Баланс 6 копейками. Подожди, дай сфокусируюсь. Видно? Вот, 6000 гривен Мейн-кун выиграл. Блин, я же телефон кинул. 5 книг, прикинь. 5 книг чего? Игра в книгах, 5 книг, но это, короче, много редко. Куняшечка, так что тебе дать номер моей карточки? Еще нет. Не помню, я на известь. Я ему сейчас счета выставлю за свет и за газ. Это будет лучший вариант, правда? Нет. Нет, не лучше. Не лучше. За 6000 гривен нет, не лучше. Колечко тоже плохое, хорошо. А что за 6000? А, 5 килограмм малины. Точно. Вы цены на малины видели? На малину видели? Капец. Я вчера что-то офигела. Что мне пришло какое-то уведомление. Малина сейчас по 1100 гривен. 1190 гривен. Я уже глаза начала протирать, думаю. Такая цифра чуть-чуть. И лук по 240. 249. Боже, это что-то вообще. Мир перевернулся, честное слово. Так что в этом году варенье отменяется. Будете зимой только смотреть. Вот так положите одну малинку и будете на нее смотреть. Жесть. В этом году не болеть. Тортики так это. Раз в пятилетку по большим праздникам. Капец. Благо там еще в морозилке куча. Да это вообще 1100 гривен килограмм малины. Ой. Да как вам варенье будет по 1100 гривен за баночку? Просто капец. Варенье на вес золота просто. Да это капец. С ума посходили с этими ценами. Как пачка соли будет теперь канистру стоить? Или вместо пачки соли канистру, или канистру бензина меняю на пачку соли. Ну так. Пешком проще будет дойти. Капец. И жить без соли. А тем более, что полезно. Действительно. Вот. Меньше суставы будут болеть. Меньше еще чего-то всякого. Вообще.
что тут будет, а?